Мне кажется, я однажды попала в гонку, в которой никак не могу найти способ выиграть. Совершенно простая девчонка, у которой так много написано, у которой так много пропитано. История о боли далеко не сопливых. Совершенно простая девчонка, которой пришлось пройти их. Что нас не убивает, чаще делает нас сильнее. Как же люди обычно лукавят, когда кричат, что у них отболело. Наше горе всегда за нами, а мы от него по трассе. Страдания так и манят во всей своей темной массе. Все проблемы всегда за спинами, в наших же рюкзаках. И момент, когда их скинем мы, не всегда зависит от нас. Все родители всегда хорошие, пока не копался внутри. Потому что людей, что брошены, тоже кто-то когда-то родил. Все мы честные и прекрасные. Все ранимые, не предатели, но лишь только за сотыми масками можем мы перестать страдать или... Все мы верные, все мы близкие, я скажу. Как бы не так. Посиди наедине с мыслями и ответь себе, что не факт.